Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Suffering. Что-то там нам Рома написал, как-то крутить. Как-то там что-то крутить вниз. Вниз. Ну, что стрелку там? Вниз. Во. Все понятно, да, кидай. Прочистка носа. Кидай. Нихера себе. Все, у нас теперь вот эта фигня. Главное, нам ее не кинуть случайно. Ну кто знал? Двойные револьверы. Помогай ему скорей, помогай. Спасибо, Ром, за подсказочку. Включай эту херню. Ау! Ёб твою мать, ты как сюда выпал? Иди сюда. Все. Я в ловушке. А меня это беспокоит, что ты надо в помочь. Вот, все. Садись, козлин. Мне надо добраться до самой... Ну где он, мудак этот? К нему надо. Подожди, он там, по-моему. Где он? А, вон он. Они на себя как-то можно? Зашибись. А, вот ты как пробежал. Ну, пошел он. Я надеюсь на тебя, Тед. Чего с ним? Я надеюсь на тебя, твердый знак. Туда нам, да? Не знаю. А куда нам? Мы, в принципе, где? Мы, наверное, вот сюда и пришли, да? Но мы же его спасли. Блин, непонятно. Значит, наверное, мы его спасли. А камень этот где оставить? Здесь? Здесь оставить? Ладно, в общем, думай сама, я не знаю, здесь куда идти. Да ладно, сходим туда. Ладно, побежали. Побежали. Врагов никаких нет? Нет, значит, нам не сюда. А, мы здесь были, да? Да. Оп! А я здесь. Иди сюда. А он туда не ходит. У него определенная территория рабочая, где он работает. Где он пстыкнул и ходит, да, вот псы косы. Дальше он не ходит. Видите, скатился вниз. Игра сама, наверное, подтолкнула. Мы здесь были. А, да, мы сюда подбирались. Да, мы здесь были. Угу. Вот это туда, что ли, фиг его знает куда. Мы кому-то там помогли. Ой, ну что-то не можно камушек помочь. Обойму, к револьверу. Там что у нас? Ящики, здесь мы были. Ну, фиг его знает, идем вот в ту пещеру. Что-то я не помню, что мы здесь были. А мы забирались, по-моему, на этот камень. Там мы были, да, мы туда прыгали. Угу. Ой, как я, вот это все старые игры, жесть, путаница. Крайфир это... Да не только старые игры, что ты про старые игры. Мы же не только в старых играх застреваем, в новых. Нет, точно новых так у нас нет, такие новые. Новых что-то такого особого нету, да и вообще новые не нравятся. Ой, хорошо, что... Ну что ты делаешь? То есть я что делаю? Да. Не да-да-да, он что делает? А, ну что он делает, да? Зачем же он кинулся на меня? Вот именно, зачем? Здесь мы были. Здесь контрольная точка. А мы его спасли. Может быть, он нам сейчас где-то встретится? А нахер, он убежал, освоясь. Здесь мы были, обратно иди. Домик. А, это вот мы круг обходим, понятно. Хорошо, может что-то с этим кирпичом все-таки сделать надо? Куда-то его пододвинуть. Давай, иди сюда. Ну давай, убьем хоть тебя так, для разнообразия.
Ну выползай, ну что ты там гниль ползаешь? Все, почти что. Долбаная ты копытная. О, сильный. Все, подох. Давай с кирпичом что-то делать. Так, мы туда заберемся, потом есть? На кирпич и по. А, наверх и по кирпичу, и туда за ним. А как мы туда заберемся? Вот здесь иди. Вон там. Вот здесь можно пройти? Нет. Ну, я не знаю. Наверное, за ним как-то идти. Мы же себя не перевезем. Может быть, его вниз опустить, а потом с кирпича мы залезем туда, куда он пошел. Разбегайся побольше. Ну, может, разбег не влияет, не знаю. Во. Ну, фиг его знает. Разбегись и прыгни. Веревка между ног. Есть, есть. Ай, давай. Чё ты, шняга потная? Что за прикол? Что за фигня? Давай, беги. Смотрите, что он делает. Сраня. Блин, игра. Я сюда еле. Попробуй прыгни на камень опять. Надо еще, видимо. Или игра не пускай сдохнет. В общем-то, смотреть будет нечего, так что вот так вот. Он не хочет сюда идти. Почему? Мы здесь были? Не знаю. Ну кто знал, что сюда надо идти, ёб твою мать. Дебилы. Ты видел дьявола? Не позволяй ему завладеть твоей душой. Что это за фигня тут? Ведьма из Блэр, что ли? Ну, то я тоже сейчас. Похоже очень где-то все. Подумала. А, не позволяй ему пройти. Это кто такие вообще? Лучше сохранить, но его взял. Жесть, 16 минут убили на то, чтобы найти это тупое место. Ох, тупня не игра, жесть, фу. Как эти заставки бы еще выключить, чтобы они не раздражали? Иди туда, куда вот они показаны. Или куда, сюда, что ли? Наверное. А сюда мы не пройдем. И чего тогда делать? Потушить, наверное, как-то надо. Че, краном, что ли? А, вода, смотри, вода есть. Кран, вода, бочка! Динамит. Точно, подзорвать ее надо. Или краном снести, или подзорвать. Усоноси. Давай подумаем. О, кидай. О, там водичка, смотри, здесь. Кинь динамит нах. А что там сверху? Камень? Нет, ты в бочке попадаешь, тебе надо вниз. Вот. Я думаю, камнем зафигачить ее, столкнуть. Краном. Ты не кидай в бочку. Кидай вниз куда-то. Вот сюда вниз кидай. Да что оно так отскакивает? Попробуй вниз кинь. Последний раз все. Есть. Всего-то. А-а-а, хорошо с утра. Да я понимаю. Чё? Что хорошо. Всегда затыкайте дырку в раковине, а то какой-то хмырь сходит в туалет, и у нас из дырки. Зло. Да, зло, точно. Зло, зловоние. Приехали дальше, буду ртом дышать и нюхать запахи. Кто дырку не заткнул? Видимо, человек это печенку поел, перевалил. Звука нет.
У меня есть. Сейчас пройдем чуть-чуть еще. Наверное, закончим. Долго сидели, искали, что там делать. Какие-то две сестры-близняшки. Где-то такое уже было. Ну, много где такое бывает. Что, куда идти, что за свет? Не туда. Только... Назад. Мы откуда пришли? Вот сюда идем. В общем, как вы видели, провозились. Это непродуманная, так сказать, версия игры разработчиков, которые нихера не подсказали, куда идти. Чудовище внутри тебя. Вот сюда запрыгивай. Главное выпускать это чудовище, когда надо, а не когда не надо. Оп, не сдох, почти сдох. Слабак. Ну все тогда. Ну, блин, больно падать. Все, тогда давайте у этого озера остановимся. Там, мне кажется, какие-нибудь сейчас заставки пойдут. Может, кто-то новый появится. Так, в общем, все тогда. На канал группа контакта, комментируй, лайк. Пока.